Я лечу в округ Ориндж к жене и сыну. Вот радость это будет. Это ж какое счастье, когда солдат домой возвращается, да? Кстати, я Зорн. Зефирий Защитник, племен Агонских Покоритель, пастухов Гридских Бичи. Я же вижу, что притворяешься. Зорн! Тебя не было 10 лет. Мне даже говорить об этом тяжело. Вот бы сейчас печенюху заточить, сразу бы легче стало. Чего? Ну нет их на моей планете. Отец Лунглона! Мама говорит, ты работу нашел в компании. Санитарное решение. Начальник выглядит как баба и ведет себя как баба. И сумочку носит, набитую тампонами. Зорн, можно тебя на секунду? Ты описываешь женщину? Нет, сын, плохо слушаешь. Он мой начальник. Эй, хороший ты мужик. Бывший мужчина! А помнишь групповушку с горными троллями? Я изменилась и с троллями не сплю. А вот это зря. Заклятый враг Крейга! Это мой жених. Жених? Зорн, ты совершенно явно слишком сильно сжимаешь мне сейчас руку. Вообще-то больно. Да ну! Ассистент Линды! По-моему, тут кто-то поработал мечом. Не знаешь, случайно, у кого из наших есть меч? Кажется, у Марги. В отделе кадров. У нас нет ни одного сотрудника под именем Марги. Слушай, я понимаю, что отец из меня так себе, но Лунглон мой сын. Стоит ему выйти на поле боя, в нем проснется жажда крови. Что скажешь? Она твоя. Конечно, модель не самая современная, но в клочья рвет как новенькая. Ты же у нас лучший в мире папа. Посоветуй что-нибудь. Я понимаю, что у вас с отцом не самые близкие отношения, но он нашел работу, снял квартиру, всех рабов он освободил. Мне кажется, он и правда старается измениться. Детка! Трактирная! Нам по стейку каждому. Насколько прожаренный? Не насколько. Вообще не жаль. Я вегетарианец. Как палашом по яйцам. От создателей Лего фильм и последний человек на Земле. Алан, я сказала нет. Ну почему? Ты мой сын, лети давай! Зорн! Тебе кипит страсть. Ты ведь в душе воин. Зацени-ка. Опа, гляди-ка. У нас оружие запрещено. Да, прям запрещено. Боишься, порежу, да? А ведь порежу. Зорн, немедленно избавься от этой твари, пока я ее не сдала в живодерню. Не-не-не-не, эта пташка любого живодера порвет. Я серьезно. Ладно, господи. Ты офигел? Ну чего, милосердно же. Совсем не мучилась. 100 000 раз так делал. Опа, облажатушки. Сын Зорна. Вот всегда ты так, Зорн. Ну да, конечно. Ага. Придешь, все испоганишь и слиняешь. А убирать кто будет?